В Самаре состоялось торжественное вручение ключей от нового служебного автотранспорта сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. За счет средств федерального бюджета автопарк подразделений вневедомственной охраны Самарского региона пополнили 25 новых служебных автомобилей. В церемонии передачи патрульного транспорта принял участие начальник управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков. Он отметил, что каждый день экипажи Росгвардии пресекают правонарушения и задерживают преступников, поэтому поступившие в подразделение патрульные автомобили станут существенным подспорьем и позволят решать поставленные задачи. Новая машина гораздо приятнее. Служу 6 лет. Родители гордятся, семья гордится тоже. Сын сказал, что вырастет, тоже пойдет служить в Росгвардию. Весь автотранспорт оснащен громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи. Передавая ключи от служебного транспорта, полковник полиции Евгений Панков поблагодарил сотрудников вневедомственной охраны региона за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. Приносите огромную пользу нашей области и непосредственно находитесь на острие по охране общественного порядка. Спасибо вам за вашу работу, на вашу службу и по местам несения службы разойтись. Светлана Кудрявцева, «События».